Дамы и господа, запомните эти слова. Если вокруг темнота, жги свое сердце дотла. И волю призываю, видя цель, честен будь со мной. На секунду замри, запомни мотив, мотив студенческой поры. Нет времени на размышления, детский лепет. Лови моменты знания, хватай ты крепче. Не смей сдаваться, делай и мечтай о большем. Будь таким, какой ты есть, не стать для всех хорошим. Есть силы, есть шанс, пусть голос будет сорван. Действуй смело, твои сны — это главный довод. Пусть на пути твоем удача ходит по пятам. Всего один шаг, добро пожаловать, студент. Ты теперь один из нас, и не хватит сотен фраз. Описать всех эмоций, словно вспышки на солнце. Давай устроим шоу. День новый бой, твоя цель уже пришла, блин. Птицам нужно летать, человеку покорять мир. Нет времени на размышления, детский лепет. Лови моменты знания, хватай ты крепче. Не смей сдаваться, делай и мечтай о большем. Будь таким, какой ты есть, добро пожаловать. Ты теперь один из нас, и не хватит сотен раз. На солнце, давай устроим шоу, оставайся до конца, дел жизни и тогда станешь яркой кометой, облетишься планеты. Давай устроим шоу, все то, что ты хотел, то, о чем мечтал. Всех эмоций, словно вспышки на солнце. Давай устроим шоу. Ну а теперь познакомимся с людьми, которые определят итоги этого вечера. Концертный диджей группы «Хлеб», концертный директор Анны Романовской, ведущая шоу на YouTube-канале Street Beat TV, основатель промо-группы «Лагерь» Бася Трошанина. Еще очень важно добавить выпускница Московского политеха. Бася, аплодисменты. Секретарь Московской городской организации Российского союза молодежи, почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации Наталья Васильевна Паринова. Ваши аплодисменты! Финалист проекта «Голос» на Первом канале. Участник телевизионных музыкальных проектов «Главная сцена» и «Новая звезда». Программный директор «Точки кипения» Московского политеха, шоумен и ведущий Сергей Михайлин.
Актриса, заместитель директора по творческой деятельности театральной студии «Мост», театр имени Моссовета, Марианна Лемешко. Ваши аплодисменты. Студент года в Москве в номинации «Творческая личность года». Лауреат первой степени российской студенческой весны в номинации «Оригинальный жанр». Золотая медаль Дельфийских игр в номинации «Цирк» Олег Григорьев. Артист балета 2012 по 2018 год, солист ансамбля песни и пляски «Красная звезда». Художественный руководитель творческой лаборатории «Красная звезда» Дмитрий Цорн. Ваши аплодисменты. Советник ректора Московского политеха, молодежный проректор Дальневосточного федерального университета и просто хороший человек Александр Юрьевич Гайданович. Александр Юрьевич, если что, все с вашего телеграм-канала списали, так что я надеюсь, все по делу. Ну и, наконец, проректор по воспитательной и социальной работе Московского политеха. Человек, который начинал свой путь, свою карьеру в Московском политехе именно с творчества. Человек, который играл в театре, который много лет занималась КВНом, который сначала занималась культурно-массовой работой, потом управлением по воспитательной и социальной работе. И сейчас это проректор по воспитательной и социальной работе Ольга Черных. Ваши аплодисменты! Всем членам жюри еще раз аплодисменты. Теперь участники знают, на кого надо работать, кому надо смотреть в глаза. Так что я думаю, что они будут туда больше всего отправлять энергии. Помимо этого, сегодня мы узнаем самых талантливых участников. И все благодаря вам. Мы рекомендуем оставаться до конца, потому что вы, зрители, сегодня сможете поучаствовать в розыгрыше. Давай могу сразу сказать количество. У нас будет 5 победителей. Шансы примерно, ну, маленькие, но... Но улыбайтесь, но аплодируйте, но. Тогда остается сказать, что фестиваль «Первокурсник» можно считать открытым. Аплодисменты. My nails, hair, hips, heels. Remix. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a big deal. Legs, legs, face, eyes, thin waist, thick thighs, you, me, you, wish, new phone, who this? Pussy, puss, puss, give him cunt, 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 bitch, mama, yes, God, then you pop that tongue, bitch, this whole club is my runway, run, bitch, y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch. Girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, 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 and then sashay. But I don't work for free, that's not the tea, hunty. So make it rain on me, and I might let you see. My nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. My nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Girl, strutting long hair, long nails, and my hips done spread. Woo, girl, I've been working all night, but I ain't break no sweat. And I pop like a bottle, and I walk like a model every time that I post. Another $1 million in your CC, come and step back, you should let it in. While my skin giving cinnamon melanin. Left, right, left with a spin, bitch. Where's my sash and crown? Cause I win, bitch. I'm so fab, I'm gone with the wind, bitch. Y'all 6, 7, 8, 9s, I'm a 10, bitch. Watch, I high kick, then I drop, punch the clock right on the spot. Check, rub me all of my coins, serve all the kids live. Watch, I high kick, then I drop, punch the clock right on the spot. Check, run me all of my coins. Girl, what did that girl just say, girl? I couldn't tell you what was said. Girl, I don't dance, I work. My nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. My nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Ну и, наконец, недельный отчет.
Сами разберетесь. Можно? Я опоздала. Результаты на столе. Я на экзамен опоздала. 105-й. Я пришла сдавать. После обеда. Ну как вы не понимаете? Я опоздала на экзамен. Нужно срочно его сдать. А вы здесь... Ты что ж вы сразу не сказали, девушка? Сейчас создадим для вас комиссию. Мы вызовем профессоров, доцентов. Только для вас экзамен проведем, да? Раз уж сдавать, так с музыкой. Перестаньте реветь. Идите домой. Годик поработайте, а в следующем году не опаздывайте. Выдайте ей документы. Как ваша фамилия? Малютина. Вот, выдайте. Простите, как фамилия? Малютина. Малютина? А где ваш отец работает? В министерстве. Принесите кофе. А лучше два. Хорошо. А вы садитесь, пожалуйста, садитесь. Как вас зовут? Катя. Кать, прекрасное имя. А можно еще папе позвонить? Он очень волнуется. Конечно, держите. Давайте вы наберете. Понял вас. Я вам продиктую. +7 900... Телефон вашего отца я знаю очень хорошо. А простите, а как вы сказали? 952? А, секретаря. Нет, у него нет секретаря. Это его сотовый. Простите, как нет секретаря? А в каком министерстве ваш отец работает? В министерстве сельского хозяйства. Бухгалтером. Ваш кофе. Спасибо, и этот мне тоже. Она выспалась. Ну что вы стоите? Оформляйте документы на отчисление. Вставайте, вставайте! Девушку не задерживайте! А вы знаете, нехорошо. Нехорошо. Прикрываться фамилией такого уважаемого человека. Уважаемого человека. Вы что, думаете, здесь готовы любой ваш каприз выполнен только потому, что вы однофамилица нашего знаменитого министра, да? Знаменитого министра. Я не однофамилица. Я не однофамилица. Он мой дядя. Он ее дядя. А. Кто дядя? Какой дядя? Родной. Ну, родная вы моя. Быстро созови комиссию. А вы пройдемте со мной. Пройдемте. Екатерина Эрнестовна, вас что-то не слышно. Извините. Добрый день, коллеги. Здравствуйте. 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 Приказано немедленно принять. В следующий раз не начинайте экзамен, пока не соберутся все. Родные, близкие. А знакомые? И знакомые. Привет, но ты проходишь мимо. Я спрятала улыбку. Мне важно, чтобы ты узнал секрет Лафимы, каждый импульс. Ты мне не безразличен, но я не влюблена в тебя. Я просто в тебя влюбилась, трескалась, крашилась. Безумство, мания, тяга. Самый механический процесс. Снова заиграют гормоны. Это просто что-то в голове. То, что по ошибке называют любовью.
Пятница назад, но усами шевелят и кричат великану усатому.
На душе ненастно и чуть-чуть несчастно. Лах бы полюбиться тому, кто мне снится. Страстная томится, но в судьбе кружится. Люли, 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 лю. Час настанет, полюблю. Люли, 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 лю. О себе поговорю. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Искр ведь опасный, надо мной властный. Сначала кошка. Кошка, кошка, кошка. Ну что, Котофей? Пришло твое время! Спокойно! Она была черной! А, черной, черной, черной. Первое суеверие. Если пёкло на пол уронил, то постучи о пол три раза и скажи: дома все. Но перед этим постучи три раза, повтори. Если пёкло на пол уронил, то постучи о пол три раза и скажи: дома все. Но перед этим постучи три раза. Соль, 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 ты что новенькая? Соль рассыпала.
Ну да, что? Так соли-то, собака-то сутулая! Чё ты сказал? Ну сказал же ведь, поссоримся! Сегодня еще и пятница 13-е! И год високосный! Ждём смерти! Стоп! Так это же ты соль рассыпал! Это ты меня собакой сутулой обозвал! А ну иди сюда! Only you. Мама, мне надо подумать, что со всем этим делать. Подумать. Так, ребят, нет. Вы что, серьезно во всю эту чушь верите? Ну это ж бред полный. Нет, честно, я пыталась во все это верить, но это ж чушь. Да? А как ты объяснишь такое? Когда мне было 7 лет, я съела кусочек арбуза и случайно проглотила косточку. И теперь у меня в животе растет арбуз. А ты на УЗИ сходить не пробовала? Когда я был маленький, я назвал девочку дурой. И она мне ответила, кто обзывается, тот сам так и называется. И теперь я дура. Я вообще-то здесь. А я о чем? Да нет, ребят, но эти ваши суеверия – это бред. Я сама могу их придумать. Вот, например. Если солнце садится, то к ночи это. К ночи. Если на работу ходишь, то к деньгам это. К деньгам. Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, то это Высоцкий. Высоцкий. Можно вообще посложнее. Если друг вдруг захотел тебя дернуть за палец. За палец? Да ну подвоху это! Все! Ты наш новый предводитель! Я вообще-то здесь! Если ты такая умная, так что же ты за нами-то плетешься? Нужны доказательства, так узри! Мелкий! Расскажи нам свою историю! Когда? Мне пять было! Когда через меня перешагнули? С того момента я больше не расту. Если ты меня слышишь, пожалуйста, перешагни обратно! Не проходи мимо! Длинный! Поведай, почему ты с нами ходишь? В раннем возрасте я перешагнул через мальчика! С тех пор я скитаюсь с этими людьми, дабы искупить свой грех. Мне вот кажется, где-то поблизости и мучает меня. Мелкий, ложись на пол. Длинный, перешагивай. О, чудо! Что, ничего же не произошло. Тебе этого мало? Так вот тебе еще одно доказательство. Если люди на сцене выстроились в ряд, то это к аплодисментам! Ореби! Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Привет. Опять не отвечаешь? Я видел тебя сегодня, и ты снова прошла мимо. Знаешь, я хотел тебе сказать... А ты прячешь глаза за фарами, все идет чередом, как дорами. Твои мысли поют гитарами и тревожат душу минорами. А вокруг все гуляют парами и друг друга чувствуют порами. А ты прячешь глаза за фарами, и тебе непременно здорово. Когда станем однажды старыми и усталость на плечи горами, не забудь меня, на то мало ли, какими мы станем сеньорами. Тебя жизнь выжигала пожарами, и мою не измерить приборами. Скоро нас приносят угарами и запустят седины в бороду. И неважно какими странами, мы не заменим родного города. Мы останемся другами, братьями, и сегодня мы выпьем поровну. Те, кто время крадет между парами, никогда не назовут ворами. Мои мысли поют гитарами, почему-то все больше минорными.
Ты не заметишь, как пролетят года. Пролетят. Меняются люди, боги их судьи, они все простят. Ты не заметишь, как пролетят года. Чертим, выбрав разные корабли, и несут нас похожие черти по просторам чужой земли. Мы пути одинаково чертим, выбрав разные корабли, и несут нас похожие черти по просторам чужой земли. Жизнь особо никогда по голове не гладила, правда ведь и теперь, приятель, поверь, ударов на всех хватит. Надо бы звякнуть матери, что-нибудь сказать ей, что у нас все в порядке на нашей съемной хате. И среди бурь все еще плавает худой катер. Спокойной ночи пожелать ей, пожалуй, хватит. А что еще сказать об остальном не с ней? Не для ее ушей, и может даже не для батиных. Так много наших кому медом намазано здесь. Там ничего не было, а тут все есть. Прелесть, гуляй не хочу, все рвут покорять Москву. Но покоряются и сами, и просто живут. Меняясь на глазах до неузнаваемости, то ли взросление это, то ли предательство. А мы накинем фары и будем такими, как есть. Одна любовь, одна жизнь, одна песня. Ты не заметишь, как пролетят года. Пролетят. Меняются люди, боги и судьи, они все простят. Ты не заметишь, как пролетят года. Пролетят. Меняются люди, боги и судьи, and I owe it all to you. Rosa,
find someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we built this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise the secret me. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Just remember, you're the one thing I can't keep enough of. So I'll tell you something. This could be
давно года проходят чередою, и становится короче жизни путь. Не пора ли мне с измученной душою на минуточку прилечь и отдохнуть? Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Утомились лаской губы и натешилась душа. Все, что пело, все, что млело, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Напомнила вчера вдруг о далеком, позабытом, пережитом полусне. Милый друг, ни разговором, ни намеком не буди былого отклика во мне. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Утомились лаской губы и натешилась душа. Все, что пело, все, что млело, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Может быть, ну вот еще совсем недавно захлебнулось сердце радостью в груди. А теперь, как это странно, как забавно, мне сказать тебе лишь хочется уйти. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Утомились лаской губы и натешилась душа. Все, что пело, все, что млело, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Что пело, все, что млело, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Ну вот и осталось совсем чуть-чуть до Нового года. А сколько еще нужно успеть? Например, купить елку, приготовить оливье и выучить стихотворение для Деда Мороза. А еще нужно придумать, какое желание загадать. Знаете, я готов поспорить, что оно будет то же самое, что и в прошлом году. Чего-то не хватает. Цели, наверное, какой-то. У меня была цель. Диплом за актерское получить. Получила. А до сих пор чего-то не хватает. Или кого-то. Кстати, я тут недавно познакомилась с иностранным 30-летним студентом. Он ушел и не вернулся.
Я думаю, что у нас ничего не получится. Никогда ничего не получалось. Конечно, легко сказать. А ты попробуй, встань и расскажи это стихотворение перед всеми. Ну нет, что угодно со мной делайте, но я туда не пойду. Слушай, бородатый, ну может я заплачу тебе, а? Сколько надо, говори. Ну что ты так смотришь на меня? Мне, может, подготовиться надо. Может, какой-нибудь музончик для настроения включишь, а? Нет? Ну ладно. Тогда может он первый, а? Или он? Врешь, не возьмешь, врешь, не возьмешь. Ой, а ты что тут делаешь? Везет тебе. Стихи читать не надо, да? Вот ты нормальная девчонка. Те тоже нормальные. Но только я просыпаюсь и начинается. Скажи, мама, скажи, папа. Мама, папа, мама, папа. И так по кругу, и все одновременно еще кричат. А я не хочу, чтобы они кричали. Я же их люблю. А они не понимают. Может, я все-таки скажу что-нибудь, они перестанут кричать. А что говорить? Это надо выбирать. А я не могу выбирать. Вот не могу, и все. Ставить не хочет. И заявляет при этом, что у нас серьезные отношения. Нормально? Еще мамка, блин, постоянно мозг пилит, что я только гуляю. А я не гуляю, блин, почти. Лосписка раз в две недели, о чем вообще речь? Трэш. Мне в твои проблемы в 15. Че? Знаешь, в чем проблема? Ты меня просто не понимаешь. Эгоистка. Оставь меня в покое. Ну ладно. Пойдем. Холодно мне. Пошли. Давай. Здравствуйте, Лэйс! Ай! Спасибо, Юночка! Да, я взял на завесу. Очень красиво. Алло, мама! Да, я делаю это сегодня. Я готов. Я уже все решил. Нет, мама, она никакая не аферистка. Она самая идеальная женщина, как я только встречала. Я верю, что у нас все получится. Однако страшно сделать этот большой шаг. Что? Как это будет? Ну, давай расскажу. Я надел свой лучший костюм, купил елку, кольцо. И просто приду к ней и сделаю это. Ну, мама, все. Я пошел. Пожелаю удачи. Желание загадывать надо. Хочу, чтобы меня все понимали. Хочу красный диплом. Хочу рассказать новогодний стих. Хочу, чтобы папа с мамой не ссорились. Клэвис? Маша, не нужно тебе кое-что сказать. Маша, я хочу...
хочу, что ты била моей женой. Я тоже этого хочу. Федор Федорович Сигаев, вскоре после того, как застал свою жену на месте преступления, стоял в оружейном магазине «Шмук с икой» и выбирал себе подходящий револьвер. Лицо его выражало гнев, скорбь и бесповоротную решимость. Я знаю, что мне делать. Семейные основы поруганы, честь затоптана в грязь, порог торжествует. А потому я, как гражданин и честный человек, должен явиться мстителем. Сначала убью ее, потом любовника, а затем себя. В таком случае, месье, я бы советовал вам взять этот прекраснейший револьвер. Система Смит энд Вессон. Последнее слово огнестрельной науки, тройного действия с экстрактором, бьет на большой дистанции на 600 метров центрального боя. Обращаю ваше внимание, месье, на чистоту отделки.
Прошу вас, самая модная система, месье. Ежедневно продаем по десятку. Для разбойников, волков и любовников. Очень верный и сильный бой. Бьет на большой дистанции и убивает на вылет. И жену, и любовника. Что ж касается самоубийц, то, месье, я не знаю лучшей системы. А какая цена? 45 рублей, месье. Это для меня дорого. В таком случае, месье, я вам предложу другой вариант подешевле. Посмотрите, у нас громадный выбор на разные цены. Например, месье, прошу вас. Револьвер системы Лефаше. Стоит всего 18 рублей, прошу вас. Месье, позвольте. Эта система безнадежно устарела. Ее теперь покупают только умственные пролетарии и психопатки. Скажу вам по секрету, месье. Убить жену или застрелиться из револьвера система Лефаше считается актом дурного тона. Хороший тон признает только Смит энд Вессон. Мне нет надобности ни стреляться, ни убивать. Я покупаю его для дачи. Пугать воров. Месье, мне нет дела, до чего вы покупаете. Скажу вам по секрету, если бы я каждый раз доискивался причин, то знаете что? Мне пришлось бы закрыть мой магазин. Впрочем, система Лефаше не подходит для пугания воров. Она издает слишком негромкий и глухой звук. Для пугания воров я бы вам посоветовал обычный капсульный пистолет Мортимера, так называемый Бэйн. А не вызвать ли мне его на дуэль? Впрочем, много чести. Таких скотов убивают, как собак. Вот что, я убью его и себя, а ее оставлю жить. Пусть она чахнет от угрызений совести и презрения окружающих. Для такой нервной натуры, как она, это гораздо мучительнее смерти. Месье, вижу, вам приглянулся Смит энд Вессон. Ну что ж, извольте, если он вам кажется слишком дорог, я уступлю вам 5 рублей. Впрочем, у нас есть и другие системы подешевле. Вот, прошу вас, месье, цена 30 рублей. Это совершенно недорого. Тем более, что таможенный курс стремительно растет. А вы знаете, месье, позвольте, я консерватор. Но и я уже начинаю роптать. Таможенные пошлины и сегодняшний курс сделали то, что оружие могут покупать только богачи. А что же осталось беднякам? Тульское оружие и фосфорные спички. А тульское оружие, месье, позвольте, это несчастье. Вы стреляете из тульского револьвера в жену, а попадаете себе в лопатку. А не сделать ли мне так? Убей его, потом побуду на похоронах, побережу, а после похорон себя убью. Впрочем, меня на похорон арестуют и отнимут оружие. И так, его убью, а она останется в живых. Я до поры до времени не убью себя, а пойду под арест. Убить себя я всегда успею. Да, арест тем и хорош, что на предварительном дознании у меня будет возможность раскрыть перед властью и обществом всю нелюбимое поведение. Если же я убью себя, то она, пожалуй, по свойственной наглости и лживости, во всем обвинит меня. И общество оправдает ее поступок и, пожалуй, посмеется надо мной. Но если же я останусь жив, тогда... Да, если я убью себя, то меня же и обвинят и заподозрят в мелком чувстве. И к тому же, за что себя убивать? Это раз. Во-вторых, застрелиться, значит, струсить. Итак, убью его, она останется в живых. Я иду под суд, меня будут судить, а она будет фигурировать в качестве свидетельницы. Воображаю ее смущение, ее позор, когда ее будет допрашивать мой защитник.
симпатии суда, публики и прессы будут, конечно, на моей стороне. Месье, прошу вас, новые английские системы, но предупреждаю, все они бледнеют перед системой Смит энд Вессон. Прошу вас, вы, наверное, на днях слышали или читали в газетах. Один офицер приобрел у нас револьвер этой системы. Он выстрелил в любовника. И что же вы думаете? Пуля прошла на вылет, пробила бронзовую лампу, пробила рояль, отрикошетила от рояля, убила баллонку и контузила жену. Эффект блистательный. И делает честь нашей компании. Правда, месье, потом офицера сослали на каторгу. Но, месье, во-первых, у нас очень старое законодательство. Во-вторых, месье, суд всегда бывает на стороне любовника. А знаете почему? Потому что и судья, и присяжные, и прокурор, и даже защитник... Все они спят с чужими женами. Им было бы выгодно, если бы всех мужей сослали на Сахалин. На Сахалин? Месье, даже не представляете, какое негодование возбуждает во мне порча современных нравов. Сейчас спать с чужими женами стало так же нормально, как... Я не знаю, месье, курить чужие папиросы или читать чужие книги. Месье, наши продажи с каждым днем становятся все хуже и хуже. И это не потому, что любовников становится меньше. Потому что, месье, мужья мирятся со своим положением, боясь суда и каторги. А знаете, месье, знаете, кто всем виноват? Правительство! Иди на Сахалин из-за какой-нибудь свиньи тоже неразумно. Ведь если я пойду на каторгу, это лишь даже невозможность выйти замуж повторно. Я удалю второго мужа. Она будет торжествовать. Итак, ее оставлю жить. Себя не убиваю. Его тоже не убиваю. Надо придумать что-то более разумное и чувствительное. Я буду каждить их презрение. И подниму скандальный бракоразводный процесс. Месье, прошу вас, новые системы. Я обращу ваше внимание на оригинальнейшее строение замка. Хорошо. Я зайду после. Или пришлю кого-нибудь. А это что у вас такое? Месье, это сетка для ловли перепелов. А что стоит? 8 рублей, месье. Заверните мне. Thank you.
Если бы ты знал, как мне жаль, если бы ты знал, как болит, если бы ты видел мою печаль в лицо, ты бы узнал, что она говорит. Да не важно, что ты сказал, ведь не важно, что, а как. Я тебя услышала, я поняла, да и ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Снова стою одна. Сперва обойдем ты их личку. Сигарета без фильтра. Женская кисть. Присутствует. Обычная сигарета. Я здесь. Бычок. Здорово, Исаак. Здорово, кубинская сигара. Ола! Друзья, я у своих детей нашел сигареты. Электронные сигареты. А огоньку не найдется? Ты че, они не настоящие? Это как так не настоящие, друзья мои? Сейчас проверим. Чё, так они пустышки внутри, в них нет табаку. Беспредел. На печи какие-то. От кринжа слышу. Ха, красава. Друзья, перед тем, как начать суд, помолимся. О, великий Филипп Моррис, мы обещаем радоваться во всех ларьках мира. Клянемся. Клянемся забиваться исключительно самым лучшим табаком. Клянемся! И всегда, всегда радовать школоту за гаражами. Клянемся! Итак, начнем наше судебное дело под предводительством Дона Гаванны. Умно, Белла. Чё? Встать! Встать, я сказал! Амигос, начнем наш товарищеский суд. И первым я бы хотел выслушать еще одного пострадавшего. Прошу. Можно, да? Конечно. Понимаете, мы с моим хозяином уже 20 лет вместе. Мы с ним и туда, и сюда, и до этого, и после этого. Развратница! А он изменил мне с такими же, как они. Развратники! У меня все. Спасибо. Можешь идти. А сейчас я бы хотел выслушать свидетеля. Прошу. Здравствуйте. Я представитель семейства парламент, таких как Сильвер Блю, Аква Блю, просто Аква, просто Блю. А также дальние родственники, такие как парламент премиум, парламент люкс, просто парламент, просто Блю. В общем, я против. Вы против чего же вы? Против? Я не знаю, что вы там решите, но я вся моя семья против них. Душераздирающая речь. Я вот только одного не понимаю. А вы чё до нас так все докопались? Это же не мы, это все люди. Вы только вспомните, что они с вами делают. Вас ломают, потрошат, набивают черти чем. В отличие от нас. Ой, ну не всегда черти чем. Хватит. А можно я скажу? Конечно, Исаак Исаакович. Друзья, вы вот это вот все понимаете? Лично я нет. Вот в наше время дети курили исключительно чистый, свежий табак. Не то, что эту химозу. Ага, химозу они. Вот вы разве понимаете? Я тоже. А дети говорят, пойми, а шкуду вапе. А я вообще понять не могу, как этим пользоваться вообще. Как? Амигос, уно моменто, самое время сделать паузу. Стряхнем пепел. Здрав предупреждает. Курение – это яд. Достаточно. Амиг, самое время заслушать адвоката. Прошу. Да, дед! Да
что ты горчишь? Да ну! Что он сказал? Да я чего знаю, я ж чисто по приколу. Сядь! Ну, теперь-то вы все услышали. Теперь-то, я надеюсь, вы все понимаете. Ведь мы точно такие же, как и все вы. Только мы молодежные. Вот, познакомьтесь, это испаритель, а это аккумулятор. Всем остальном мы также с огромной любовью несем бред человеческому здоровью. Нет, вы как хотите, а я с ними в одну пачку не лягу. И вы вообще откуда такие взялись, а? Из Таиланда. Ах, из Таиланда. Я вообще-то из Китая. Из Таиланда. Ну и мы так-то на дешманские сигареты. Вообще-то мы больше всех вас здесь стоим. Ну я бы так не сказал. А я это, между прочим, как кубинская сигара говорю. А вы чё, прям настоящая? Да. Прям настоящая кубинская сигара? Прям настоящая кубинская сигара. Как вам, наверное, тяжело? Отчего ж? Понимаете, просто я слышал, что... Что сигары обрезают. Что? Посмотрите, да я сейчас... Сядем, разберемся и с вами. А вы, собственно говоря, кто? Я? Так как же? Я ведь все самые 100 грамм коньячку, после которых так и охота. Друзья! Товарищи! Над нами возникла новая угроза! Жена домой принесла никотиновый пластырь! Судить его! Судить его! За ними! Не прожить на мире этом, не прожить на мире этом без потерь, без потерь. Пройдет, казалось, лето. Не пройдет, казалось, лето. А теперь, а теперь листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом на под ноги ложатся. Желтые, скажите, что вам снится? Лист к окошку прилипает, лист к окошку прилипает. Золотой, золотой. Осень землю осыпает, осень землю осыпает. Красотой. Красотой. Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом на под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится? Что вам снится? И пускай дожди будут часто, и пускай дожди будут часто. Эти дни, может, созданы для счастья, может, созданы для счастья. И они, листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые,
Скажите, что вам снится? Что вам снится? Что вам снится? Что вам снится? Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. Move it, baby. Automatic, systematic, full of colors self-contained. Tuned and channeled to your vibes. Captivating, stimulating. She's such a sexy lady, built with space safe design. She's moving, she's grooving, dancing until the music stops now. Yeah. Oh! Oh! Woo! Twista! Woo! Yeah. I'm back! I'm back! I'm back! I'm back! I'm back! Get up off of that thing and chance to do you better. Get up off of that thing and chance to you, sing it now. Get up off of that thing and chance to you feel better. Get up off of that thing and try to release that pressure. Get up off of that thing and shake that you feel better. Get up off of that thing and shake that, say it now. Get up off of that thing and shake that you feel better. Get up off of that thing and try to release that pressure. Get up off. Good God, so good. Ha. Everybody ready? Follow me. Стоп, 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 ребята! Сейчас такого уже не поют. Вот, ловите ритм. И раз, 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 два, три. Выруби свой телефон, чтобы не звонили. Или, или дня 3-4, да. Этой ночью мы с тобой на Ламборгини. Или, или на Пикадилли. Молодость это когда и стали. Все твои нервы, печени дали. Лето в 30. Скажи, ну чем они теперь стали? Золотая школа сотни медалей. Или косой запахом моли. Лето в 30. Скажи, ну что они тебе дали? Мы прожигаем молодость на высокой скорости. На высокой скорости. Yeah. Мы прожигаем молодость на высокой скорости. На высокой скорости. Yeah. Встречайте на этой сцене наши первокурсники. Аплодисменты. Быстрее, быстрее. Их много. Надо много аплодировать. Надо громко аплодировать. Давайте еще раз помним. Вокальное направление. Оригинальный жанр. Театральное направление. И танцевальное направление.
объявление победителя. Лучший номер в танцевальном направлении. Я приглашаю на эту сцену Дмитрия Цотна. Аплодисменты. Победителем стал... «Гадание на святках» – лучший номер. На самом деле очень круто, что вы за такое короткое время, ну, понятно, что у метро все стоят с табличками «Научу петь за два дня», вот, но здесь я понимаю, что была сделана неимоверная работа, и за что низкий поклон вокальному педагогу, честно. Это действительно очень крутая работа. Ну, естественно. Мы с коллегами очень долго обсуждали. Этот номер действительно очень шикарный. Буба Касторский, все, что было. А сейчас мы узнаем лучший номер в театральном направлении. А вы сегодня... Вообще так здорово смотреть, когда такие горящие глаза всегда... И, конечно, мы смотрели сегодня актерское мастерство, ну, я, по крайней мере, в любом из номеров, в каждом номере, и в оригинальном жанре, и в вокальном, потому что это моя специфика, и в театральном жанре, и в танцевальном. Ребят, вам удачи и не потерять вот этот вот задор. А, очень люблю театр Московского политеха. Не знаю, кто, а дипломом награждается спектакль «Тараканище». Мне очень жаль, что я не учился в политехе. Я так посмотрел, мне... Ну, мне просто очень понравилось, ребята, все, ну, все очень большие молодцы. И жаль, что я не был с вами в свое время, вот. Дипломом за победу в номинации «Лучший номер в направлении оригинальный жанр» награждается «Ночь в музее». Мы выбрали лучшие номера, но теперь надо еще оценить ребят в индивидуальном мастерстве. Немного предыстории, прям пару фраз. Наши члены жюри получили карточки, где были фотографии четырех представителей всех направлений, по одному от каждого. Наставники выдвинули по одному претенденту на звание лучшего на нашем фестивале, обладателя гран-при фестиваля творчества «Первокурсник». И сейчас мы узнаем, кто же получил второе, первое и гран-при, соответственно, в этом в этой категории. Для начала, для объявления второй степени лучшего страны, да, звучит? Второй степени лучшего на фестивале «Первокурсник» я приглашаю на эту сцену нашу выпускницу Басю Трошанину. Хочу вас поблагодарить всех, это было очень круто, вы огромные молодцы, и я с каждым годом вижу, что первокурсники все круче и круче. Я не понимаю, куда вы вообще, как это... Так, я надеюсь, что я правильно скажу фамилию. Диплом второй степени фестиваля творчества «Первокурсник» Нормально, понимаешь, нормально. Да? Награждается Юлия Федотова. Привет, политех. Большое спасибо за то, что в конце октября, несмотря на то, что в Москве хорошая погода, вы делаете весну. Студенческую весну, где мы вас рады будем видеть в апреле месяце. Максим Колотилов. Добрый вечер, дорогие первокурсники. Добро пожаловать в семью Московского политеха. Это на самом деле здорово, и сегодня это чувствуется не только в зале. Я не думал, что скажу это с этой сцены. Но парни-то топ, девочки. Всем добрый вечер. Меня, честно говоря, просто переполняют эмоции. Я поймала себя на мысли, что я давно не была в Московском политехе на таком творческом вечере. Это действительно круто. Вы большие-большие молодцы. Поверьте мне, я много повидала в Московском политехе. Ой, да, да. Диплом гран-при фестиваля творчества «Первокурсник» награждается
Тимофей Чигирин.